Все. Ого! Стой, генератор-то где? Все, да. Что он делает? А, финтрейл испытывает. Бля, баги-то может. Приколите. Подожди, мне тут немножко океан. Океан? Что там, да. Финтрейл? Финтрейл работает? Работает, финтрейл, да, работает. Пока да. Пока да. Слушай, ни хрена там глубоко сразу что-то. Ну, ты что-то сам не ожидал? Вот отсюда вода. Ну а что ты выскочил? Все, давай. Что ты, страшно тут было ему? Да иди в вообще ерунда. Да, ребят, короче, вот такие вот красоты Воронежского. Дай вниз. Нет! Ваша! Ваша! Сука! А сюда! Сука! А сюда! Хоры! А сюда! Хоры! Да ну! Да это видно, никто не поймет, что ты делаешь со мной, ты понимаешь это или нет? А второй заход? Нет, блин! Вот туда хочу. Нет, не припустите меня, сука! Паша, стой, блядь! Паша, стой, Паша! Все, блядь, стой, блядь! Паш, стой! Да прикинь, как он там обозрал! Я видел! Пошел он! Смотри, капает! Блять, что-то коричневое сзади! Тут даже не финтрейл, капает! Нет, финтрейл держит, ребят! Серег! Тебе надо это снять со стороны! У тебя есть место? Я больше не поеду, я тебе отвечаю! Его надо снимать со стороны! А вот тебе вот не кажется, он сейчас понты садит? Он? Мы в грязь-то поедем? Конечно! Поехали! Вы быстрее, да? Не, я не с тобой. Подожди. Ну давай. Но у тебя же обновочка есть или нет? Есть. Ну рассказывай, что ты сделал? Поставил родной мотор. Ребят, смотрим. Давай сначала с салона, Диман. Стандартный салон. Ну то есть с виду вот просто, ребят, смотрите, да, ну ручка КПП, раздатка, а как включается, давай покажем. Драйв, механика, минус, плюс. Ты прикалываешься? Да. Опа. Инжектор восьмиклоп. Диман, вопрос на засыпку. После апелевского движка как родной мотор справляется с автоматом? Отлично. Ну, после 100, конечно, не хватает мощности. А в сравнении с апелевским лучше, хуже? До 100 лучше едет. До 100 лучше, да? До 100 лучше. Передач много, и он их быстро перещелкивает. И... А сколько передач? 6. 6-ступенчатый от чего? Ну, Toyota Lexus. Ну, название полное. Айсен А906. Спасибо. Ну что, давай попробуем на автомате, как она в горочку поедет, не поедет.
Да, было заметно, что на второй все-таки тяжеловато, и переключился на первый, ребят. Ну, мне кажется, достойно. Дима, а какой вот расход на автомате получается? Тепло было 12. Ну, то есть, в принципе, стандартно. Стандарт, да. Артур, ты уверен или ты уже не первый раз? Первый раз. А теперь? Нормально? Да ладно, ну ты хоть для видоса скажи, бля, я засал. Ты руки вот. Нормально? Класс. Вот этом почти перевороте я тоже приссал немножко. Слышь, не, ну вот он, знаешь, такой, включил мужика, мне ничего не страшно, бля. Не страшно, бля, ты низко сидишь, Виталик, что ты боялся? Да, ну, я не, я видал. А там уже бы установился, да? Да, я поднимал полностью морду. Нет, мощи. Ну, он меня на БМВ прокатил, теперь я его тут просто молчит. После того, как он на Митсубиси здесь скатился, по-моему, ничего не страшно. А, ну да. Там центр тяжести, ой-ой-ой. А, ну да. Так, да, ну что, теперь Паш. Ну, мы, в принципе, сейчас испытали финтрейл с погружением. Отлично, вообще. А теперь грязь. Да, да, да. Вот сейчас посмотрим, как твои баги покажут себя на реальном суровом бездорожье. Легко. Поехали. Паш, подожди, ты с разгона будешь? Не, я буду без. Я там буду так не, с холостых долбить. Да. С холостых? С холостых, да, я подкачусь и потом. Газ палас. Да. Ну кстати, давай. У него есть шанс справа пойти. Да ну нафиг! Вот с ним это стреляет! Пацаны! Что происходит? Я не понимаю! Назад в разрез возьми, не бейся в колею. Реально была бы блокировка, Пашка, ты бы выехал 100%. Да нет, чуть-чуть, она, знаешь, в чем проблема? Я на пузо цепляюсь и дальше я не еду. Я упираюсь пузом, у меня уходит зацеп сзади, ну и все, собственно.
прямой перескочить. А я хочу в говно. Зачем в говно? Надо по прямой. Что случилось? Бля, кусты какие, глянь. Я с ним больше не дружу. Дружили когда-то. Глянь. Все, нет друзей у тебя больше? Не, все, я домой. Пока. Давай. Прямой сюда нужно перейти. Нет, что спутать, Белоков. Я здесь хочу. Я возьму ходом ее. Ну это, Виталик, ну это ну не серьезно. Мы же не какие-нибудь неправильные пацаны. Мы должны в самую чачу залезть. Старался, ребят. Все для вас, как обычно. Сильно? Серега? Не глуши! Сильно грязно, да? Нормально. Да ё-моё, приплыли. Паш, ну ты понял, что это был перебор? Да. Ну, попробуй, заводи. Я понял. Тут немножко глубоковато. Тебя сними. Да я уже, да. Ты проедешь, нет? Да ну, Паш, блин, что-то... Ну, пора уже. Не, прямо я слева, то конечно, я хотел здесь по кайфу. Прямо проеду. Ну, не получилось, ладно. Да нифига, там утонуло полмашины. Ты что, прикалываешь, что ли? Давай, третья попытка будет удачно. Да по-любому. По да ей надо завестись. Ну, сейчас, да. Будем пробовать. Паша, давай! Серёг, а чё, так можно было сразу? Да. А чё мы тут полчаса стоим и улыбаемся? Так интересно. Ну да. А ты как будешь? Так же. Так, так же? Ну поехали. Не, был бы патриот какой-нибудь, я отсюда попробовал бы. Я хочу попробовать, но мне не за что зацепиться потом. Багги меня не вытянет, если я сяду вот там же. А мне не вот здесь по прямой проезжал. Я знаю, я видел. А я тогда на Митсубиси здесь проехал. Серег, что, мы в обратную сторону не поедем дальше? Да, давай обратно попробуем. Но мне кажется, сейчас ну реально со стартером проблема, если он оглохнет, да, то будет проблема. Да, не дай бог еще я застряну где-нибудь вообще. Да, потому что выехать мы... Раз доехали, значит выедем. Нет, другого варианта нет, давай обратно. Да, давай. Проверим, как в обратную сторону багги будет. Домой. Домой. Ну, ребят, держимся. Паша, газу! Газу! Давай, 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 давай! О! Погоди! Зачем патрол засадил, а?
Ну а как без этого-то? За этим сюда и приехали. Ну ты просто же скачешь его. За этими приехали. Паша тебя не дернет. Назад дернет. Нет. Да. Думаешь? Зови. А тут какой-то мега гелик, и он приехал, и так, все, готов. Багги пролетело здесь, патрол проехал. Да, все, здрасте, приехали. Больше тут никому делать. Передней блокировочки не хватает 100%. Стой, стой, стой. Серег, ты потом на канале у нас иди, здорово. Ты пошел же! Давай, давай, давай! Красава! А что такое? Забилась глушак, наверное. Вторая, нахуй. Все? Вторая. Вторую ломанул. Да. Стоп. Ну, вот Нива здесь тоже у Мурада рвала. Да, да, именно здесь. Ну, в итоге что? Хуже Нивы, что ли? Не знаю, сейчас посмотрим, что случилось. А ему давить-то некуда. Серег, ну может лучше турбо? А? Может лучше турбо? Зато у него низ есть, у тебя нет низа. А у тебя нет низа, у тебя. У меня все класс. Есть, не для ля. Что у тебя есть? Так, у тебя... все, давай зарубу. Вот сейчас нагибатор сделается, поедем. Сейчас ключевое слово. Я видел вчера, сделается. Что ты там сделал. Ты хочешь сказать, ты на нем в лес поедешь? Ну, конечно. Сервант ставить надо. А ты на нем в лес собрал. Что-то гелик вообще погиб, да? Все порвало? В смысле все? Ну, ни одно колесо не крутит. Ни одно колесо? Одно отказало, второе и жопа теперь стоит. А вы заметили, что мы обратно едем? Да, мы поняли, что чуть пораньше прошли. И притом пошли без троса. Вообще везде ни разу. Пошли, блин, вообще. Нужно уметь ездить, наверное, такой вывод можно сделать. Ну, вот две Нивы там прошли вообще без проблем. Да? Гелик, он на первом препятствии. Через лебедку второй начал объезжать через лебедку. В общем, гелик ни о чем. Но я считаю, что сегодня он слабоват, ну, конечно. Не его стихия. Хочешь гелик себе? Нет, уже нет. Вообще никак. Они мне никогда не нравились вообще. Почему? Ну не знаю. О, блоки заработали. Не люблю я гелики, не знаю почему. Финтрел. Вообще тема. Просто как. Да. Сидел бы дома, жрал бы курицу, самогон. Вообще, финтрейл, во. Ребят, купишь финтрейл, будешь на природе, на отдыхе, на рыбалке, везде будешь. Лучше бы дома сидел. Вот где ты постарался проехать, тут шнива. Смотри, что будет. Смотри, что будет. Я дальше. Ну, я не знаю, 510-й сафари, возможны все блокировки, и он на что-то надеялся. Вопрос на что? Я просто заглох. Так, ты просто... как заводить? Давай, вот это проблема. Да никак, походу. Мне надо прыгать туда? Или мы обратно едем? Мы едем обратно, скорее всего, нам... А, подожди. Мы не пройдем здесь обратно. Не, нам туда. Чтобы баги утащить.